сообщает ТАСС, что телефонный разговор провели Лавров и новый глава МИД Кеннер Циньган. Циньган подчеркнул, что по украинскому вопросу. Пекин будет руководствоваться указаниями КНР руководителя Си Цзиньпина. Циньган подчеркнул, что выступает КНР за уважение к суверенитету и территориальной целостности в соответствии с ООН принципами и уставом всех в мире стран. А мне труд подчеркивать. Необходимости всеми понимания пословицы. Когда в посте начало, то в голове моча уготовила судьбина. Ну, что поделаешь, буду нести свой крест. И, как говорится, делай, что должен, и пусть будет, что будет.